Мужчины аж трясутся ножки от того, что он хочет доставить тебе удовольствие. Когда последний раз сидела на лице? Я открыта к любым проявлениям. Вопрос в том, как бы, что хотят обе стороны и насколько глубоко вы готовы идти. А самое жесткое, что у тебя было? Я довожу его на своей машине до его байка, и он просто снимает штаны. Он снимает штаны и говорит, давай поебемся. Анальный секс это приемлемо? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Подружка блин, ну пришла. Тоже хорошенькая. Подружка пришла. Ох, красота какая. Ребят, это прямой эфир, если что. Ссылка на стрим-канал в описании. Подписывайтесь. Прикольно. Ну, черный, либо первый, как будто. Дама. О, подружка классная. Привет. Да, привет. На какой самой дорогой машине тебя катали? Я думаю, что это была BMW в эмочке в комплектации. Либо, я не помню... Я не буду называть фамилии, ладно. Nissan GTR. Чем закончились покатушки? Ничем. А, чем круче машина у парня, тем быстрее ему светит девушка. Ну, нет. В плане интима. Нет, абсолютно нет. А, как понять парню, что ты нравишься девушке? А, когда она тебе отвечает вовремя. Вот, либо когда она тебе пишет первое. Но основное, что она тебе, блин, отвечает, и этого достаточно. Как понять парню, что светит интим от девушки? Когда она, скорее всего, не против каких-то прикосновений к себе. Но тут вопрос в том, что если ты хочешь действительно девушку ради интима, не нужно делать супер там из серии «О, привет, поехали ко мне» или, знаешь, сразу начинать ее лапать. Это все делается типа нежной серии, потрогал плечо, там подал ручку, смотришь, как она тебе вообще откликается, типа, в ответ дает ручку или нет, как долго она ее держит. Вот я думаю, вот этот момент очень важен. Вот ты говоришь, катал парень, но он типа друг. Вот как понять, что... Ну, зачем катать вот девушку, для которой ты друг? Как вычислить, что она тебя использует и френдзонит? Я, скорее всего, здесь не отвечу, потому что я базово не делю людей на мужчин и женщин. Для меня важнее, какой является человек. Если мне с ним интересно, потом я уже оцениваю, мужчина ты либо женщина. Если мужчина, то интересен ты мне в сексуальном плане или нет. Я базово смотрю на человека, поэтому я здесь не подскажу. Как парню выйти из френдзоны? Как парню выйти из френдзоны? Честность, безопасность, внимание. Забота, помощь. Вот. Но тут важно не впадать в спасательство, потому что очень много девочек жертв из серии «О, боже мой, я не помню, как дышать», и ты к ней бежишь как принц, но по факту у таких принцев до хера. Это искренне должно быть. Тебе нравится, когда парни тебя спасают? Нет, я весьма самостоятельная, в этом моя проблема. Что тебя возбуждает в парнях? Интеллект. То интеллект, есть это прям реально возбуждает? 100% интеллект, честность, не люблю, когда строят у себя напущенных петухов. Вот это не моя история. Если у тебя соски встали, это значит, ты возбудилась? Или это значит, что много лайков на интервью будет? Это значит, что не совсем корректный вопрос. Окей, ребят, ставьте лайки, пожалуйста. Это в прямом эфире снимается, стрим-канал, ссылочка там, в описании. Вот так вот у тебя? Какая вот... красота. Нет. Ссылка на стрим-канал в описании. Мы путешествуем по миру, в бич-клабы топовые залетаем. Мы сейчас на Бали. Вы могли бы это в прямом эфире видеть. Ссылка на стрим-канал в описании. Подпишитесь. Интервью не снимаю. Занимаюсь прямыми трансляциями каждый вечер. Привет, Бали. Вот. С каким парнем ты готова на первом парне переспать? На первом свидании переспать? Ну, знаешь, чтобы он выходил из вот этого шаблона. Вопрос, закрыты ли мои потребности, то есть нет такого, что я вот могу увидеть в моменте любого парня и такая, я с тобой там пойду спать. Mm-hmm. Закрыты ли у меня потребности, насколько вообще я нахожусь в классном эмоциональном состоянии. Mm-hmm. И опять же, открытость, честность, безопасность. Если я вижу, что он с бич-клабом познакомился, я не поеду, слушай, я не буду относить земноги. Слушай, но ты первые две вещи назвала про себя, то есть как бы от парня не зависит. Лишь бы нет, казаться... от меня зависит. От тебя зависит. От меня в первую очередь. Я переформулирую. Давай. Если он попал под твое настроение, ты условно готова переспать сегодня интеллект, на свидание. Интеллект, юмор, знаешь, что инициатива, но это не должно быть настойчивостью. И он должен понимать мои, условно говоря, вербальные сигналы. О, слушай, мы на Бали, но я вспоминаю Патрики. Стримы с Патриков тоже были, можете посмотреть. Ага. Сколько тебе нужно в месяц, чтобы жить на Бали, вот как сейчас живешь? Ну, я трачу в районе полумиллиона. Полмиллиона тратишь? Ну, да. Может, чуть виллу меньше. Виллу снимаешь? Виллу снимаю. Сколько вилла стоит? Не скажу.
Подружки помогают или парень? Нет, я оплачиваю свой. А тебя хоть раз содержал мужчина? Что значит содержал? Ну, полностью за счет оплачивал? Да, да. Нет. К сожалению. Спавали? Возьмите меня на содержание. Ребят, инсту дамы в описании оставим. Залетайте в описание. По подписке жулик доступны все девушки со всех интервью. Соцсети девушек оставляем, ребята. Оформляйте подписочку на Boosty, потому что монетизации нету, интервью не снимаю, а этим вы спонсируете и выход интервью, и вам соцсети. Чтобы не все, кого попало, там писали донаты, тебе в инсте. Котики, энергообмен, да. Мы на Бали, типа, ссылочка получаешь, в описании. Отдавай. Кстати, две главные ссылки в описании. Это стрим-канал, прямые трансляции каждый вечер. И Boosty, ребята, на Boosty подписочку оформляйте, к тому жаркие и интересные интервью нравятся. Правда, что самая эрогенная точка у мужчины – это его кошелек? Объясни. Неправильно прочитал вопрос. Правда, что самая эрогенная точка женщины – это мужской кошелек? Нет. У меня нет. У кого-то, может быть, да. Но это не мой случай. Слушай, что на свидании делал парень, что ты прям возбудилась? Взял меня за шею. За шею. Шея возбуждает. Власть. Когда последний раз сидела на лице? Это конфиденциальная информация. Окей, секьюрный вопрос. Судя по улыбке. Размер имеет значение? Да. Какой идеальный размер? Я могу сказать, что нет, не имеет. Главное, как мужчина им управляет, но все-таки есть какие-то границы. Для меня важнее, наверное, знаешь, размер, он может быть от среднего, но чтобы он был эстетически приятным. Ровный, здоровый, да, да, красивый. И справки. Справки, пожалуйста, блядь, давайте анализы. В прямом эфире. Да, анализы сдавайте, пожалуйста. Болела ли ты венерическими заболеваниями от парня? Нет. Не болела? А что анализы такая? Ты анализы. Потому что мы живем на острове. Здесь очень много случаев, когда ты что-то слышишь, видишь. Есть ответственные серии, как я, есть неответственные. И поэтому... Мы живем на острове. Слушай, анальный секс – это приемлемо? Ну, для кого-то да, для кого-то нет. На острове. Не знаю, я же... Для тебя? Да. Да? Ребят, замуж берем. Срочно, срочно. Тебе муж Боже, нужен? Мне будет стыдно потом. Слушай, кто тебе нужен? Какой мужик тебе нужен? Давай мы тебе жениха подберем. Слушай, из последнего, что я поняла, базовая, это честность. Вот какую хуйню бы ты ни натворил, все мы люди. Ну, честность, если он пожалуйста. Честный, но живет в гестхаусе. Или он живет в этом, ну, с чуваками, знаешь, такая конура, типа, комната. А у мужчин другие потребности. Он может зарабатывать много, но для него быть неважным быт, как для одного. Очень много случаев, когда мужчины с гестов с девушками потом переезжали на виллы. Да? Мне важнее, чтобы он был аккуратный. В плане быта, там, знаешь, чистые портфели, машины и так далее, но чтобы он уровнем дохода был не ниже меня. Ну, плюс уровнем интеллекта, чтобы был выше. Вот такие здесь моменты. Ребят, кому у дамы, кто тоже заметил проколанные соски у дамы, поставьте лайк по-братски. Вот, и подпишитесь, вы уже на стрим-канал, я заебался. Каждый день катаюсь по миру. По миру катаюсь и самые крутые клубы снимаю. Давайте, подпишитесь уже на стрим-канал. Самая неудобная поза. Смотря с кем. Не я с спортивная. Ним. Давай так, я на шпагат-то не сажусь, но я спортивная. Окей. Самая нелепая поза, которая у тебя была? Самая нелепая? Да. Ну, наверное, не припомню такого. Не было такого. Самый охуенный секс, как это было? Чтобы мы могли из этого какие-то выводы Тогда сделать. Тогда мужчины аж трясутся ножки от того, что он хочет доставить тебе удовольствие. Кунилингус, окей? Да. Анилингус, окей? Да. Что не окей? Секс втроем. Не пробовала, но оставляю место для этого. Тут... Я открыта к любым проявлениям. Вопрос в том, как бы, что окей. Хотят обе стороны и насколько глубоко вы готовы идти. А самое жесткое, что у тебя было? В сексе? Ну, для кого-то жестко, для кого-то нет. Золотой дождь? Нет. А что? Анальные пробки. Это разве жестко? Ну, для кого-то да, для кого-то для тебя. Но что для всех? Было? Не было у меня ничего жесткого. Ну, давай историю. Ладно, самое... Давай я тебе расскажу самую кринжовую историю на свидании. Да, ребят, лайки. С Тиндер. Это единственное мое свидание было здесь, на острове. Я не пользуюсь Тиндером. Осуждаю. И чувак просто типа такой, давай увидимся, я думаю, задолбал.
А я езжу на машине, он приезжает на байке, начинается дождь, и, короче, мы приезжаем в другую кафешку. В итоге мы поели, у него не работает карта, я расплачиваюсь картой. Я довожу его на своей машине до его байка, и он просто снимает штаны. Он снимает штаны, говорит, давай поебемся. Я такая, в моей тачке, и не выходит. Я выхожу с машины. А, он разделся в тачке? Он разделся в моей машине, не заплатил за ужин. Подожди, ребят, кто на стриме? Он разделся в тачке, просто... не заплатил за ужин, она за него заплатила. Еще это везла, понимаешь? Он точно не стример? Точно, но это было такое... Я не хожу в гости на свидание. У меня такое на стримах постоянно, но я в конце дарю цветочки дамам. Да нихера, какие цветочки, ну кому? Ребят, подпишитесь на стрим-канал, это прям вот... Вот кто на стримах, те поняли, о чем речь. Ребят, ну и лайки ставьте. Стрим 600, да, 650 человек смотрит, 34 лайка. Давайте бахните лайки, пожалуйста. Да. Тебе какой мужчина надо? Вот сейчас в инсту тебе разнесут, например. Кому писать в инсту тебе, что предлагать? Свидание предлагать? Нет, я тут 3 года на острове живу. Ну, может, на острове он. Слушай, тоже на Бали, сейчас... тут полстраны сейчас. У меня сейчас фокус максимально на развитие, на мое, на моих продуктах, на развитие Короче, бизнеса в России. Короче, обязательно тебе нужен. Ребят, пишите. Ну, будет в описании, мы ее ссылочку оставим. Это, блядь, отвечаю, не постанова. Дайте мне безопасность. Ребята, короче, прикол в том, что это не постанова. Ссылка на стрим, где это интервью снималось, я оставлю тоже в описании. Просто мне говорят, что я, блядь, постановы снимаю. Нихуя, я все интервью снимаю на стримах. Ребята, вот да, подружка в ахуе. Ребят, подпишитесь на стрим-канал. Прямые трансляции каждый вечер. Это бесплатно. Просто заходите, смотрите, кайфуете. А платно это подписочка на Boosty, кому нравится интервью. Потому что я интервью не снимаю. YouTube мне не платит. Поэтому я хуй забил на интервью и занимаюсь прямыми трансляциями. Ребята, кто за интервью, на Boosty подписочку оформили, вам соцсети, инста написали, там на свидание пригласили, разделись в машине, она вам еще счет закроет. Вот, а кто про стримы и про лайв, это вот ссылочка в описании на стрим-канал. А те, кто на стриме смотрит, ссылочка на донат в описании. Братцы-жулики, прокрутись, пожалуйста. Блин, какой тебе последний вопрос? Вот какой бы ты себе вопрос задала, была бы ты мужчиной? Подружка, может такой яркий какой-нибудь, какого чтобы прям хера закончить. Вы не работаете с психологами. Да? Ты серьезно? Мужики, да. Это вам совет получается. Ладно, на самом деле спасибо, что смотрели. Даме респект за искренность. Я ей давай. Я не знаю, кто эти, какими, кому ты этими руками надрюкивала, но я тебя целую ручку. Тебе лучше. Вот, не это знать. От зрителей поцелуй. Инста в описании, соцсети в описании. Залетайте Привет, в описание. Смотрите. Пока-пока.